Здравствуйте. Пожимают руку каждому. Приехав издалека за 3000 километров, почтить память боевого брата. И никак иначе. Гости из ныне иностранного государства Республики Казахстан прибыли, чтобы отдать дань своему товарищу, уроженцу Бурятии, капитану Батуеву. Непосредственно с капитаном Батуевым мы служили в одной части. Хотя они были офицерами, я был солдатом. Вот. Поэтому, значит, 177-й отдельный отряд специального назначения, она была сформирована, значит, в Республике Казахстан, ну, тогдашняя Казахская ССР, в городе Капчагай. Хотя на кодовое название было «Мусульманский батальон», процентов где-то более 70, если составляли вот казахи. Ну, остальные из других национальностей тоже были ребята, очень многие. В составе мусульманского батальона воевали представители почти всех азиатских народов Советского Союза. Но нашего земляка, проявившего героизм в ходе боевых действий, ветераны из Казахстана запомнили особенно. Именно вот это чувство боевого братства я вот ощущаю и сейчас здесь. Я ощущаю, что приехал к родственникам, приехал на родину своего брата. И с такими ощущениями я нахожусь здесь, на территории Бурятии. Я, естественно, считаю, что это нужно. Для наших земляков память однополчан из далекой Средней Азии не менее важна. Воины-интернационалисты из Бурятии совместно почтили память земляка. Что значит афганское братство? Они служили там, они проливали вместе кровь. И память о нем они еще до сих пор сохраняют. И, наверное, будут сохранять, пока живы. В честь нашего земляка, ветерана войны, капитана Батажапа Батуева, отданы воинские последние почести и военный салют. Илья Бельков, Саднам Эрденеев, Виктор Горновской. Новости дня.